Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Виктория Брэдис, и сегодня у нас очередное сердечко, которое подойдет и к 8 марта, и к, не знаю, к дню рождения, к свадьбе и так далее. Универсальный пряник, универсальная форма. У меня есть айсинги плотный, контурный, которым будем делать контур и какие-то узоры можно им делать, бортик, и более жидкие виды айсинга, белый, красный, зеленый. Все окрашено красителями топ-декор. В красный добавлен желтый, в зеленый добавлен коричневый, чтобы был немножко приглушенный. Ну, в первую очередь делаем контур на прянике. Заливаю пряник белым цветом, но заливаю не полно. Залили, разровняли. Теперь мы рисуем цветок. В нашем случае это будет мак. Он будет яркий, красивый и большой. И должны определить, где у него будет центр. Я всегда центр стараюсь сместить, потому что это будет выглядеть интересней. Смотрите, как я заливаю. Старайтесь все белые элементы убрать. Если листочек, лепесточек попадает не полностью, не переживайте. За край его выносить не нужно. У нас такой очень художественный цветок будет. Важно, что делать. Ну, это не то чтобы важно, но на это надо обращать внимание. Я оставляю промежуток между лепестками, тогда они становятся более читабельными. Понятно, что там лепесток, и это не просто так. Мы делаем крупную серединку. Как сделать из мака мак? Ну, во-первых, мы здесь рисуем ножку, стебелек. А еще очень классно в маке смотрятся бутоны. Бутоны у мака такие немножко, скажем так, пушистые, но эту пушистость можно сделать с помощью шпажки либо зубочистки. Ее мы сейчас делать не будем. Очень такой, кажется, небрежным и неаккуратным. И именно в таком виде мы это все оставляем и отправляем сушиться. Нам очень важно, чтобы весь фон, вся заливка с рисунком хорошо просохли. Так, пряник просох. Видно, какой он красивый, блестящий. Я беру черный цвет. Повторяем историю, которая у нас была недавно. Обязательно черный разбавляйте. Даже если вам кажется, что он жидкий, в любом случае это гелевая краска, и она может ложиться очень ярко, очень четко, очень толсто, если вы берете еще и кисточку такую достаточно широкую. Поэтому, чтобы она хорошо просохла, обязательно разводим водичкой.
Теперь берем контурный айсинг и ставим тычинки вокруг. Там сильно много тычинок нету, они такие еще немножко, наоборот, не белые, а черные. Но так как у нас есть черные полосочки, и если мы поверх них еще поставим черные точки, будут смотреться очень, ну и грязно, и ну, неуместно. Везде будет черное. Нам не нужно затемнять наш цветок сильно. Вот так вот он выглядит. И делаем бортик, уже привычный. Делаем капельки. Для чего делается бортик? Если у вас не очень ровный контур, то бортик поможет скрасить неровности, скрыть их. Пряник будет смотреться завершенным. Очень быстро, очень эффектно. Не надо добиваться какой-то идеальности и полностью обводить весь цветок или все лепесточки, листики. Можно единственное, что добавить линию здесь. Очень рисованный, очень handmade. Выглядит очень интересно. И я думаю, тоже справится даже самый-самый начинающий мастер, потому что здесь не требуется никаких очень сложных художественных навыков. А я с вами прощаюсь и встретимся в следующем видео.